А это вот перекресток. Здесь нету светофора, регулировщика, двойных, сплошных, тройных. Вот посмотрите, что здесь происходит. Каким образом они едут и не сталкиваются друг с другом. Вот так вот сплошняком через три ряда проезжаем, куда нам нужно. Я не рискнул покататься здесь на велике. Вот полюбуйтесь. А вот вам еще один перекресток. Послушайте, это удивительный хаос. Удивительное ощущение. Это как какой-то караул вообще. Наши гаишники полопаются от зависти. Такая синекура пропадает. Полное ощущение, что находишься на каком-то цирковом представлении. Как мы умеем кататься на мопедах. Вот еще экземпляр, смотрите. Опа! Опа! С детворой на руле, с мужем, с женой, пофиг. И каким-то образом разъезжаются. По крайней мере, ни одной аварии за эти дни мы не встречали. А вот чувак вообще спокойно по встречке фигарит. Не, почтеннейшая публика, это совершеннейший дурдом. Это такой разрыв шаблона, что ой-ой-ой. А вон гражданин, посмотрите, нагрузил свою повозку. И также фигарит по встречке сквозь всех. Совершенно спокойно. Пропустите, говорит, чуваки, я поеду. И вот гражданин тоже, оп, развернулся. И через три ряда вперед погнал. Да, друзья, это... Простите.